Следствие установило. 19 августа Антипов сообщил Валерию Художиткову, начальнику управления дорожного хозяйства администрации Ульяновска, что может поспособствовать непроведению надзорных мероприятий Госстройнадзора. Цена вопроса – 150 тысяч рублей. 31 августа Художитков сообщил об этом в ФСБ. 2 сентября во время передачи денег депутата задержали оперативники, а уже 3 числа силовики предъявили ему обвинение в посредничестве во взяточничестве. Следствие попросило суд заключить Антипова под стражу, мотивируя тем, что, обладая загранпаспортом, депутат может покинуть страну. Суд прислушался к доводам, и с 4 сентября Антон Антипов официально находится в следственном изоляторе областного центра.